Всем привет, ребята! Вы на канале DudaPlay, и мы продолжаем играть в игру Roblox. В такой серии, где нам нужно копать сокровища. У меня, как вы помните, в прошлой серии я купил, откопал сначала крутой, очень крутой сундук. И там было очень много-много-много монеток, прям миллионы-миллионы, и я прокачался очень круто. И теперь у меня вот такой копатель мощный. Так, сколько у меня... Ой, нифига себе, у меня какой мощный рюкзак. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо-тихо. Деньги. Алло. Блин. Короче, этот автоматический копатель мне не нравится, блин. Что он копает так автоматически. Так, успокойся, молот. Алло. Алло, успокойся. Как мне вот эту теперь открыть? Никак. Блин. Он только может в бок копать. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Сундук. Ё-моё. Короче, ладно. Не получается. Как неудобно. Вот сундук. Вот этот я хочу. Так, стоп. Давай немножко здесь раскопаем. Вот, какого лешего ты копаешь? Какого лешего ты копаешь все время вниз? Ладно, копай вниз. Это для чего вообще придумана такая игра? Мне не нравится. Вот сундук. А я его не могу открыть просто-напросто, потому что у меня копатель вниз копает. Ё-моё. Как же печально. Ну ладно, будем копать, я думаю, на какой-нибудь сундук мы сейчас с вами, ребята, и откроем. Блин, а чё, почему все сундуки сбоку стоят? Нет, один какой-то мы нашли с вами. Но это слабый. Слабый очень сундучок. Блин, вот такой я хочу сундук открыть. А как же мы его откроем? Никак, потому что это фигня. Не работает так. Оп, нифига, я не... Блин, куда я упал вообще? Ой-ой-ой-ой-ой, давайте попробуем откопать. Вот здесь песочек. Может, здесь какой-нибудь судочок мне попадется? Ну, хотя навряд ли. Ой, копалка вонючая. Вот сундук лежал. Блин, ну куда ж ты копаешь-то, а? Так, ладно, продаем. 25 тысяч мы зарабатываем. Всего 400 тысяч. Давай купим другой этот самый инструмент. Мне этот не нравится. 1,5 миллиона. Металлодетектор. 500 тысяч. Блин, не хватает мне. Инструменты... Подожди, а гигантская лопата? У меня разве не было этой гигантской лопаты? Динамит. Так, я покупаю динамит. Все, идите нафиг. Как работать динамитом? Фиг знает, короче. Ну, сейчас посмотрим. Ага. Динамит, походу, тоже вниз только бросается. Чё за фигня? Только вниз мы можем бросать динамит. Опа, тихо. Как мне теперь наверх прыгнуть? Опа, есть сундук, нифига. Нифига себе. Так, ладно, давайте научимся пользоваться вот этими динамитами. А, ну он просто бросает их. Очень много. За раз. О, вот он, сундук этот, прикинь. Сможем ли мы открыть сундук? Блин. Инвентарь. Скины. А где мне взять
А хотите открыть этот ящик? И что здесь будет? Ящик для кожи какой-то. Корова. Блин, и чё? И? Чё за фигня? Инструмент я не могу поменять, да, сейчас? Здрасте. Опа! Заработал я денег. А как мне теперь вот эти открыть сундуки? Я прям на сундуке стою. И я его, получается, не могу открыть, что ли, еще? Так, ладно. Давай смотреть, как вообще... Как вообще это все работает? Вот я на песку стою. Я хочу вот это взорвать, например. Нет, оно падает. И вообще непонятно, куда падает. Куда захотела, туда и упала. Смотри. Опа. Сундук, сундук вот здесь, справа, сундук. Блин. Ладно. Вот сундук еще. Давай, вот. Он не открывается. Опа, прям надо мной сундук. Ну, хотя бы так. Но много я так денег, конечно, не заработаю. Ой, блин, такой сундучок был. А, как так вообще? Ну. Почему? А! Так, а ну-ка, секунду. Ну, взорвись. А-а-а, пропустил я его. Вот, тихо. Тихо, я видел... Блин, где сундук? Вот сундучок. Попробуем его... Ай, так куда ты провал... Он провал... Ох, тихо, тихо. Блин. Давай вот это возьму, попробую. 180 монет? Вы что, издеваетесь, что ли? Может, погу... Ой-ой-ой, куда-то я упал. Чё, здрасте. Вот куда он исчез? Ладно, давай здесь прокопаемся. Рюкзак полный. Ну, такая вот, ребятушки, сегодня получилась серия. Если понравилось, то обязательно ставь лайк. Если хочешь продолжение, пиши в комментарии. А где... А, слушай, где мой... А где мой пэт? А где мой пэт? Куда он? Может, там где-то остался котик мой? Да, странно, куда-то котик исчез. Ну, ладно. Я думаю, котик найдется. Обязательно подписывайся на канал. И мы в следующей серии... Попробуем новые какие-нибудь инструменты, кроме взрывчатки и бура. Всем пока-пока!